Привет, друзья! США поставили Израилю бронемашины «Давид». В США бронемашины «Давид» выпускаются на совместном с Израилем предприятии «Шладат», что дает возможность закупать их на средства американского военного бюджета. Данные бронемашины закупает и армия обороны Израиля уже в течение 10 лет. Бронемашины «Давид» созданы на шасси Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux и выпускаются в трех- и пятидверном варианте. Бронемашины имеют броню уровня Stannet 2, что обеспечивает им защиту от пуль калибром 7,62 мм, а также от 155-мм осколочного фугасного снаряда на дистанции 80 метров. Экипаж машины защищен от мин с массой заряда до 6 кг тротила. Бронемашины «Давид» могут оснащаться системой дистанционного вооружения и средствами связи и разведки. В машине есть кондиционер. Полная масса машины до 4200 кг. Мощность двигателя 148 лошадиных сил. Бронемашина способна перевозить до 8 человек. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.